20 миллиардов тенге из республиканского бюджета получит западно-казахстанская электросетевая компания. Средства на реконструкцию электросетей будут выделены трансфертом из республиканского фонда. На сегодняшний день изношенность электросетей в области составляет 82%. Если не исправить ситуацию вовремя, это может привести к чрезвычайному положению. Процент изношенности электросетей в Западно-Казахстанской области с каждым годом лишь растет. Сегодня он уже дошел до 82. Сравнительно небольшой ветер может спровоцировать серьезные аварии. Учитывая непростое положение, в прошлом году руководством области было принято решение о переводе ЗАП-КАЗРЭК под управление областного акимата. После этого из бюджета было выделено порядка 500 миллионов тенге. На эти средства закуплена техника. 1 января у нас это работы по капремонту начались. Выполнили мы 185 километров сетей из запланированных 2500. Это где-то составляет на 5% выполнено. Самое плохое состояние по-прежнему остается в отдаленных районах. На текущий год запланирован капитальный ремонт 13 подстанций. В Уральске планируется отремонтировать 126 километров электросетей. Но износ опережает скудный процесс обновления. Поэтому трансфертом из республиканского бюджета было решено выделить 20 миллиардов тенге. Средства направят после изготовления на местном уровне проектно-сметной документации. Деньги на изготовление ПСД должен выделить областной акимат. Мы сейчас подготавливаем документацию для этого, чтобы обосновать эти все суммы, да, требуемые. Сейчас мы должны выполнить проектно-сметную документацию, подготовить, изыскать средства. Около 120-110 миллионов тенге надо на проектно-сметную документацию, на изготовление. Чтобы в этом году, если в 2022 мы на 20 миллионов, на 20 миллиардов подготовим документы, это где-то около 2051 километр сетей под это за 3 года попадут под реконструкции. Направление средств трансфертом из республики поможет снизить износ электросетей до 50%. В противном случае ситуация приведет к крайне негативным последствиям. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.